Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Благословение Иова. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни его более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.